Всем привет! Сегодня у меня куча яблок и будем с вами делать нацепной пирог. Очень быстро и очень вкусно. Смешиваем сухие ингредиенты. Стакан манки, стакан сахара, стакан муки, разрыхлитель 2 чайных ложки или сода 1 чайная ложка. Все сухие ингредиенты тщательно перемешиваем. Нам нужно для этой порции 5-6 крупных яблок, чтобы они были сочные. Если сока в яблоках будет мало, то можно их разбавить сиропом воды с сахаром. Небольшое количество добавить, чтобы яблоки были такие влажноватые. В натертые яблоки добавляем сок лимона, чтобы яблоки не потемнели. Они, видите, как у меня быстро. Для вкуса еще добавляем туда же лимонный сок. Заранее замоченный изюм добавляем также сюда, где-то 100 грамм. Также сюда можно добавить орехи, если по вкусу кто хочет. Я добавлю вместо орехов корицу. Можно добавить и орехи, и корицу. Теперь берем форму, застеленную пергаментной бумагой. Берем сливочное масло и натираем сюда первый слой на терке. Масло должно быть обязательно из морозилки. Распределяем его практически по всей поверхности нашего противня. Первым слоем идет сухая смесь. Засыпали, теперь добавляем сюда наши яблоки, тоже небольшой слой. И такие слои повторяем несколько раз, у вас должно получиться около 3-4 слоев. Сколько слоев бы у вас не получилось, последний слой всегда должно быть сухое тесто. Поверх мы натираем снова слой масла. В разогретую духовку до 180 градусов ставим наш пирог на 30 минут. За 5 минут до готовки достаньте пирог из духовки, посыпьте обильно сахаром и вновь уберите на 5 минут в духовку. После достаньте и дайте полчаса остыть. Пирог особо вкусен после того, как он остынет. Ну что, мои дорогие, наш пирог готов. Он выглядит обалденно, на вкус еще восхитительный. Попробуйте сможете его сами, а он у меня будет сейчас отдыхать. Остывать, ну а после, только спустя полчаса, может быть даже час, я его разрежу и буду пробовать. Всем приятного аппетита! Не забывайте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх, сделать репост во все социальные сети, рассказать о моем канале своим друзьям, написать комментарий, ну и просто улыбнуться. Всем приятного аппетита, до новых встреч, с вами был ваш Олег Николаев.